Здравствуйте. В эфире программа «О чем говорят?». О чем говорят? В новом 2014 году жители губернии получат квитанции об оплате с новой графой. В них будут указаны первые платежи по взносам в фонд капитального ремонта. В общем, эта тема – капитальный ремонт старых многоэтажек – очень тяжелая, и вопросов по ней, конечно, громадье. Попытаемся внести некоторую ясность. Губернская дума приняла поправки в закон о капремонте. А так как мы сегодня говорим на эту тему, то мой собеседник, автор этих поправок, Юрий Еременко. Здравствуйте, Юрий Леонидович. Спасибо большое, что пришли. Добрый день. Итак, вот с 2014 года граждане, проживающие в многоквартирных домах по всей стране, не только у нас в Самарской области, обязаны будут платить взносы за капитальный ремонт общедомового хозяйства, когда в законодательстве у нас написано. И у нас есть региональная целевая программа, насколько мне известно, 2014, по-моему, 2043, такая долгоиграющая. Да? Ну да, в соответствии с этим законом. Да. Принята как раз программа капитального ремонта, которая рассчитана на 30 лет. Соответственно, до 2043 года. Мне кажется, к окончанию 2043 года многие дома уже по всем показателям сносить нужно, а не ремонтировать. Ну, я могу сказать, что и живых-то, наверное, это мало кто останется. Мало кто останется. Из тех, кто сейчас, в настоящее время. Но, тем не менее, программа действительно нужна, она необходима. Конечно. Да, как Владимир Ильич Ленин говорил, архиважна. Да. Вот. Хорошо. Вот вы вошли в попечительский совет фонда капитального ремонта при правительстве области. Тоже такая новая организация. Да, это некоммерческая организация, которая, учредителем которой является правительство Самарской области. Сформирован попечительский совет в составе 8 человек. Возглавляет губернатор. Входит один представитель общественной палаты. 3 представителя Самарской губернской думы, это 3 депутата. И 2 представителя правительства и 1 представитель муниципальных образований. Вот, собирались мы. Вот в двух словах, видите, задача вот этого фонда. Прям... Задача этого фонда прежде всего обеспечить исполнение той самой программы капитального ремонта, контролирующие, которая как бы такие. Должна быть выполнена. Ага. Те условия, которые там прописаны. Значит, это задача фонда. Задача попечительского совета этого фонда — контролировать, осуществлять надзор за тем, чтобы соблюдались все требования закона. И, соответственно, не ущемлялись интересы добросовестных налогоплательщиков. Налогоплательщиков, да. Да, и плательщиков того самого сбора, который в настоящее время планируется с 2014 года. Значит, планируется эта сумма к оплате, значит, в апреле месяце уже, потому что программа опубликована с вами в ноябре, хотя в газете она вышла в декабре. В ноябре она была опубликована на сайте. Значит, ее можно найти, и, соответственно, с этого момента начинается отсчет. Пошел, да. Значит, 3 месяцев. Значит, декабрь, январь, февраль. Значит, март, вот как таковой месяц, когда уже необходимо будет оплачивать денежные средства. Вот. Самое интересное, наверное, что необходимо уточнить, чтобы люди четко понимали еще раз, на эту тему обратить внимание. Первое – это то, что за капитальный ремонт должны будут платить собственники помещений. Значит, у нас собственники проживают в домах, которые оформлены как ТСЖ, ЖСК, значит, жилищные кооперативы. Затем у нас есть дома, которые находятся под управлением управляющих организаций. Значит, тогда у людей, кстати, как раз и возникает вопрос – значит, сколько будем платить? Да, вот вы меня опередили. Я как раз хотел. Да. Больше всего всех интересует главное. Сколько будем сколько, платить? Да. Это первый момент. Платить будем. Значит, если дома до 5 этажей включительно, это значит, что нет лифтов. 5 рублей 7 копеек за квадратный метр площади общей жилой. Значит, соответственно, второй момент, или нежилой, в любом случае, общей площади помещения, которым владеет собственник. Да. Следующий момент, от 6 этажей и выше, то есть там, где лифты есть, это 5 рублей 84 копейки. Это ежемесячный платеж, который будет приходить
отдельный платежный, отдельный платежный. А если выше пятиэтажек, вот 9, 10 и так далее? А я уже сказал, 5,84. Это там, где есть лифты. Да, ага. Вот как раз вот это вот и разница. Да? Ага. Значит, в других регионах практика есть такая, что и те дома, которые без лифтов, и те дома, которые с лифтами, все платят одинаково. Все платят одинаково. Есть такие регионы. Значит, наш регион все-таки учитывает специфику жилого фонда. А возраст дома учитывается, извините? Конечно. Нет, в данном случае учитывается конкретно этажность. Этажность. Да? Значит, следующий момент. Возраст учитывается тогда, когда формируется программа. То есть, угу. где делать ремонт в первую очередь, угу. во вторую и в третью. Да? Вот. Это как бы один нюанс. Следующий момент – это за что платим? То есть, какие виды работ будут осуществляться за эти средства. Значит, будут ремонтироваться по программе капитального ремонта кровли, фасады, укрепление фундаментов, значит, установка приборов общедомового учета, потребление коммунальных услуг, значит, ремонт подвалов, замена лифтов. Ну и, соответственно, еще что-то я подзабыл, наверное, да? Ну, еще седьмой момент. Ремонт в подъездах. Ремонт в подъездах – это текущий ремонт. Текущий ремонт. Да-да-да. Ну, вот как бы вот основные моменты, uh-huh. которые я обозначил. Я соглашусь, наверное, это действительно правильно. Хотя я понимаю, что сейчас начнутся... Мы же не можем, у нас всегда есть кто-то за, кто-то против, да, как Баба-Яга всегда против, и начнут говорить вот о чем. И считать возраст дома, допустим, кто-то живет в новом доме, он будет говорить, а зачем мне сейчас капитальный ремонт, он понадобится лет через 20. Вот. И в этом случае закон тоже имеет возможность варьировать, в том числе и а, сроки, и б, сами виды работы. Значит, вот недавно буквально мы проводили встречу с Андреем Сергеевичем Чибисовым, угу. значит, руководителем фонда капитального ремонта и представителем ТСЖ, который как раз и говорит, у нас дом 2009 года. Да. В эту программу нас включили на 2025 год. Угу. Нормативный срок эксплуатации и проведения соответствующих работ, скажем так, мягко, лет через 20-30. Да. Вот. Жильцы не доживут многие. А уже включен на 25-й год, то есть через 12 лет. Ага. То есть сроки-то не соблюдены. Ага. Что делать в этом случае? В этом случае прежде всего необходимо будет следующее. Естественно, проводить собрание собственников, жильцов, тех домов, где будет проводиться капитальный ремонт. Фонд капитального ремонта направляет предложение. Уважаемые собственники, в вашем доме в этом году запланировано проведение капитальных работ. Значит, эта работа вот такие, такие и такие. Сумма у них вот такая, такая и такая. Значит, просим вас дать ответ, согласны вы или не согласны. Собственники, зная реальную обстановку в доме, значит, могут принять решение согласиться или отказаться от если проведения. Они отказываются? Деньги-то ведь уже... Если они отказываются от проведения каких-то конкретных работ, которые были уже запланированы в программе, угу. значит, тогда программа будет корректироваться. Корректироваться по изменению сроков, корректироваться по изменению тех видов работ, которые были запланированы. Ну, кстати, можно сказать, деньги что... Деньги выплачиваются в любом случае, они автоматически отчисляются, люди платят, и они накапливаются. Да, и они... Независимо от того, согласились там через несколько лет люди делать именно эти работы, или сказали, что они нам сейчас скажем пока так, не в нужны. Те сроки, которые установлены. Да, которые установлены. Да. Да. Значит, но и в этом случае тоже есть возможность определенных изменений. Ну, во-первых, вот я считаю, что... Та форма программы, которая в настоящее время принята, она несколько не удовлетворяет запросам населения на тему открытости. Угу. Значит, в чем? Значит, у нас есть одна графа, дом, его категория, значит, срок проведения работ, виды проведения работ. Угу. Значит, и при этом этот дом находится в этой программе только один раз. При этом возникает дом, например, по улице Победы 2. Значит, А, где я проживаю непосредственно. Значит, ремонтные работы 2025 год. Uh-huh. И будут проводить только, например, ремонт кровли. Соответственно, мы же оплачиваем за все 7 видов работ. Uh-huh. В течение 30 лет. И меня интересует, а остальные виды работ, они когда будут проводиться?
в, скажем так, в какой перспективе? Мне понятно, что, например, кровля будет ремонтироваться в 2025 году, а фасад? В 65-м. Да. Нет, если ваши внуки доживут в этом доме. То есть, нужно как минимум по каждому дому показывать, по каждому виду работ срок его выполнения, для того, чтобы люди видели динамику тех изменений, которые планируется сделать. Это первый момент. Поэтому надо менять, на мой взгляд, вот именно саму форму программы, для того, чтобы можно было людям показать. Мне кажется, здесь нужно объяснять, что здесь независимо от того, когда это все... Понятно, что в новых домах это все будет делаться позже. Это сначала делается для тех домов, где капитальный ремонт просто необходим. В настоящее время все дома включены в эту программу. Да, потому что рано или поздно все равно, нужно будет это делать. Совершенно верно. Другое дело, что где-то эти сроки пока указаны не совсем достоверные. Да, да. Поэтому их нужно менять. Я бы сказал, где-то делается для детей и внуков, для потомков. Потому что потом закон будет принят уже, и он уже, когда начнет реально, я надеюсь, все-таки выполняться, да, то такой проблемы, как ветхое жилье и неремонтируемое, у нас просто исчезнет. Такая проблема у нас тоже пока существует. У нас дома по факту ветхие, а юридически непризнанные ветхими, включены в программу капитального ремонта. Так вот. А здесь необходимо, чтобы муниципалитеты, значит, не ждали, когда к ним придет народ, спрашивает, на каком основании вы наш дом включаете. Ну, ваш дом же не признан аварийным или там ветхим, поэтому мы вас и включаем. Что в таком случае? Нужно в таком случае самим проявлять инициативу, значит, и организовать работу по признанию домов ветхими и аварийными. Для того, чтобы из программы капитального ремонта перенести эти дома в программу переселения из ветхого аварийного жилья. И тогда будет понятно, значит, сколько денег мы будем тратить сюда за счет государственных средств. На заметку, да. А сколько денежных средств мы должны затратить исключительно на капитальный ремонт. Иначе эти затраты, они будут просто неэффективными. И люди будут задавать вопросы, зачем это делается. Такие обращения уже поступают. Значит, какие еще обращения поступают в настоящее время? Ну, например, по проведению собраний. Давайте вот только, Юлия Ильича, перебьюсь. У нас очень мало времени осталось, поэтому давайте так тезисно. Самое главное. Самое главное – это собраться на собрание собственников и определиться, значит, каким образом будет формироваться фонд капитального ремонта конкретного дома. Либо это будет специальный счет. Специальный счет можно будет открывать ТСЖ, значит, и тем домам, которые находятся в управлении управляющими организациями. Значит, при этом ТСЖ могут выбрать владельцем спецсчета как само ТСЖ, то есть сами будем открывать, сами будем его сопровождать, сами будем работать с теми деньгами, которые. Второй вариант для ТСЖ – это выбрать владельцем спецсчета, значит, фонд регионального оператора. Соответственно, в данном случае открывать счет, заниматься обслуживанием этого счета, выставлять платежные квитанции и работать с неплательщиками должен будет региональный оператор. И это с точки зрения экономики достаточно выгодно. И это нужно будет сделать в ближайшее время. Вот за этот месяц, за декабрь, значит, мы самостоятельно... Постараться до Нового года. Нового года это сделать. К сожалению, так получается, что новогодние праздники на носу, но я думаю, что все будут дома. Значит, я надеюсь, что нас все-таки с вами услышат, да, особенно председатели ТСЖ. Советов многоквартирных домов. ТСЖ еще как-то вот в настоящее время работа проводится. К сожалению, не проводится по советам многоквартирных домов. Юрий Леонидович подсказывает, время уже, к сожалению, кончилось, вот, но... Тема настолько интересна, что можно говорить о ней до бесконечности. Но мы еще вернемся к этой теме обязательно, потому что она не просто интересна, она важная. Конечно. Она важная. Спасибо вам большое. Это была программа «О чем говорят». Смотрите нас на канале «Губерния». Спасибо вам еще раз. Спасибо.